Я учусь в студии Кучамала уже 6-й год. И как у любой другой студии, у нас есть свои мифы и легенды. Сейчас мы их вам и покажем. У этого кабинета есть две волшебные двери. Бывает, вселяется в кого-нибудь дух хулигана, и мы отправляем проказника в одну дверь, и уже из другой двери к нам возвращается обновленный и прилежный ученик. Ребята, сегодня мы поговорим с вами о позировании. Как правильно встать на фотографии, чтобы фотография получилась красивой. Когда мы фотографируем модель, нам обязательно нужно указать точку, куда... Похоже, настало время перемен. Ну вот, совсем другой человек. Вы никогда не задавались вопросом, что находится внутри миньона? Сейчас я вам покажу. Так, ребята, сегодня у нас видеосъемка. Ну и где все? Сейчас я покажу самое любимое место кучи малинцев. Ну вот, вы рассекретили наше самое секретное место. А можно свет выключить? Дует. Сначала может показаться, что это обычная кладовка, но на самом деле там живет Гарри Поттер. Валеска!